четверг в Самарской области пасмурно, местами осадки в виде дождя, температура воздуха в дневное время 0 плюс 2 градуса, ночью минус 1 плюс 1. Ветер южный, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем 1, тепла, ночью также 1 выше 0. Ветер южный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти тучи, днем плюс 1 градус и ночью 1 с плюсом. Юго-западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, днем 0 градусов, ночью минус 1. Ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.